Всем доброго времени суток, дорогие уважаемые друзья! Приветствую вас на канале Два Колеса. И сегодня у нас на распаковке походная посуда. Спешу представить вам сию производство. Как вы видите, написано Ханчунь Чанчин Чунчунь. Пойми как хочешь. Это набор походной посуды, и состоящий из 8 предметов. Как мы можем видеть, нержавеющая сталь. Посмотрим, насколько она нержавеющая. И насколько она... О, кстати, здесь мешочек есть. Почему-то я вскрывал это уже заранее, смотрел сам. Я не нашел этого мешка. Не нашел, не сказать не нашел, но почему-то не помню, чтобы там был мешок. Вот такая вот упаковочка. Давайте вскрывать и смотреть, что мы здесь видим. Так, давайте с другой стороны. Я вскрывал ее не отсюда, потому что здесь поинтереснее. Оба-на, вот она. Здесь мы видим... Та-да-дам, малютка. Это кружечка. Сейчас я вам не скажу, насколько она миллилитров. Похоже, что на 200, 200 или 250. Такая маленькая кружечка. Ну, в походе много чая пить не надо. Это что у нас тут? Что за мусор? Короче, это все нужно мыть. Типа, я не знаю, полированная нержавейка вроде. Что-то такое. Вроде ничего так себе. Я смотрел здесь. Варено. Сварено. Пока крепко. Посмотрим при эксплуатации. И сделано это все, я так понял, на двух персон. Два человека, если будут в походе. Думаю, одному человеку две кружки ни к чему. Вот такие вот аккуратные, они мне очень понравились. Я чай много не пью, как раз и в походе. Это для меня это вполне достаточно. Есть две кружки. И достаем сам основной набор. Так, коробку убираем. А в основном наборе у нас находится маленькая кастрюлька, котелок. То бишь кастрюлька, вот такая вот хромяшка, красивенькая. И есть железные ручки. На дорогих более вариантах бывают, многие знают, здесь прорезиненные накладки на ручках. Не знаю, как, насколько это будет удобно и при разогреве, не будут ли они горячие. Но посмотрим. Такая вот кастрюлька. Дальше идет большая кастрюля. Вот здесь тарелочки. Вот такая вот большущая кастрюля. Точно такая же, только по размеру она... Вот, настолько глубже. Ну и по диаметру. Вот такая кастрюля. Дальше у нас здесь имеются тарелки. Блюдца. Блюдца очень даже хорошие блюдца. Под кружку. Вот. Пьешь чай, чем тебе не... царский поход. Также еще одно блюдце, думаю, скрывать надо на стене. Две кружки, два блюдца. Вот так. Дальше у нас здесь есть это без ручек, потому что она маленькая. Типа подносик, тонкая тарелочка, и она же является крышкой для вот этой маленькой кастрюльки. Котелка маленького.
Это и крышка, и вот маленькая. Можно как сковородку использовать также. И последний прибор. Последний прибор — это у нас полноценная сковородка с ручкой. Вот такая вот сковородка. Ну, она же крышка для большого котелка, большой кастрюльки. Если будем что-то варить закрытой крышкой, вот она и будет ей крышка. Можете здесь суп варить, здесь жарить что-то. Также это все мы увидим в походных условиях, насколько она прочна будет к огню, к загоранию, как быстро она сгорит, или же как быстро станет мягкой, или же будет нормально. Это все покажут походные условия. Будем тестировать. Также вы все это увидите. Я еще заказал горелку. Такую квадратную, сбоку баллон, который цепляется. Она еще не дошла до меня. Как дойдет, его тоже мы распакуем. И уже на нашем первом же походе вместе с вами поедем что-нибудь приготовим интересненькое. И ням-ням-ням будем тестировать, смотреть. Так, что по ценам? По ценам весь этот набор мне вышел. Так, я заплатил за него мешочек, да, вот об мешочке. Ну вот, там ничего нету. Если разве он только невидимый. Мешочка нету, но они здесь показали, что он есть мешочек. Или не положили, или надули. По ценам. По ценам я заплатил за это 1100, кажется, рублей, если не совру. Тоже недорогой. Теперь мне нужен был набор с ложками, вилками, но почему-то я выбрал этот. Теперь мне нужно купить какой-нибудь мультитульный набор. Ложка, вилка, ножик у меня есть старый. Отец мне подарил еще лет 15 назад. Его нужно заточить, я его тоже вам покажу. И, собственно, вот такая вот у нас посуда. Походы должны быть, думаю, интересны, друзья. Так что не пропадайте, подписывайтесь на канал. Буду вас ждать с нетерпением. Рад с вами поделиться тем, что я умею и что у меня есть. Всем пока, до новых встреч.